произошло грандиозное событие в истории лицея, и не только лицея, в истории того спорта, который родился здесь, в Удмуртии. Я имею в виду, конечно, хоккей на Валенной шляпе. Турнир, который начался здесь, и он продолжился в продолжении всей Руси Великой на восток и дошел до Владивостока. Это маленькая, но точка в автопробеге, но большое многоточие, потому что я думаю, что наш хоккей, рожденный здесь, будет продолжать себя по всей Руси Великой. Потому что каждый, кто в этом агитационном пробеге участвовал, а это был целый каскад городов, вынес ощущение и понимание, что в хоккей может играть каждый. А это самое главное. Вот это ощущение.